понять, почему ее запретили, можно просто прочитать ее текст и увидеть, что женщина, которая там присутствует, это женщина дореволюционного типа. Это женщина-индивидуалистка, это женщина-гедонистка. Она заботится только об удовлетворении своих сексуальных потребностей. Ни при каких обстоятельствах невозможно было представить после 18-го года. Ну, может быть, в качестве участницы, в качестве такой вот участницы литературной и художественной богемы. Все они жили в Советской России. Никому не пришлось мигрировать, чья-то судьба сложилась более или менее успешно. Когда все начиналось, мы сейчас находимся в библиотеке Достоевского, где мне удалось почитать лекцию о женском революционном романе, а точнее о женской революционной прозе, потому что говорил не только о романе, но и о малых формах. Задача моей лекции была попробовать показать, что на революционную литературу, на литературу вообще, можно смотреть не только взглядом литературоведа, но и взглядом историка и взглядом социального исследователя. В меньшей степени меня интересовали особенности, художественные особенности этой прозы. И в большей степени я обращалась к ним как к историческим свидетельствам. И мне кажется, что мне удалось поговорить о многих вещах, вспомнить огромное количество авторок, которые участвовали в создании литературного нарратива, который, в свою очередь, сегодня можно рассматривать как революционный, авторок с разными воззрениями, разными взглядами, и поговорить о литературе как призме, через которую мы можем смотреть на историю, в том числе уточнять и заострять какие-то исторические проблемы, противоречия и непроясненные для нас моменты, за которые сегодня зачастую борются создатели новой культуры и новой культурной политики. И мне кажется, что было здорово, потому что мне вместе с аудиторией удалось посмотреть на это не с позиции такой очищенной, заретушированной истории, а с позиции человека, который читает художественную литературу, написанную женщинами, и готов к тому, что это будет нелегко, готов к встрече с проблемами, готов чувствоваться те трудности, с которыми эти женщины сталкивались.